А сегодня рано утром на улице 40 лет Победы девушка-водитель Kia врезалась в опору линии электропередач. Сама она не пострадала, чего не скажешь об ее автомобиле и бетонной конструкции. Столб под замену, а машина, если и подлежит ремонту, то весьма дорогостоящему. В госавтоинспекции пояснили, причиной аварии стала случайность. У машины во время движения взорвалось колесо.